Приветствую вас, и, как вам уже сказали мои коллеги, о том, для чего парень оставил вас в друзьях, может знать только он. А что касается вас, то давайте зададим себе главный вопрос. Вы сейчас сами чего хотите? Вы хотите с ним возобновить отношения? Вы хотите попытаться их вернуть и вашего мужчину вернуть? Или вы желаете показать ему, что вам все равно и он вас нисколько не волнует? В зависимости от вашего желания и нужно поступать. Если вы хотите показать своему мужчине, что вам все равно, не удаляйте ему из друзей. Проявите безразличие, и тогда мужчине будет понятно, что вам просто неинтересно, что вы находитесь у него в друзьях, и это будет самая лучшая реакция на его действия. Если же вы хотите показать ему свое отношение, хотите привлечь к себе его внимание, тогда задавите друзей стоит, он непременно это заметит, и тогда последует соответствующая реакция, которая, ну, которая обуславливается характером вашего мужчины. Мы его не знаем, поэтому сказать о нем ничего конкретно нельзя. То есть здесь надо понять, что хотите вы, на что вы рассчитываете, какие у вас планы относительно дальнейшего развития ваших отношений. Дальше. Значит, почему молодой человек с вами расстался, значит, стал игнорировать, но и друзей по-прежнему не удаляет. Причина такого поведения связана с тем, что молодой человек сам еще до конца не уверен в том, правильно ли он поступил. И удалить вас из друзей для него означает поставить жирную точку в ваших отношениях, по его мнению. Хотя, конечно, фактически это совсем не так. И удаление из друзей это не является жирной точкой именно в отношении. Но тем не менее, поскольку речь идет, как я понимаю, про социальную сеть, то именно так считает ваш мужчина. И я бы рекомендовал вам здесь вообще не ориентироваться на то, оставил он вас в друзьях, не оставил он вас в друзьях, удалил он вас из друзей или не удалял. Почему? Потому что сегодня друзей можно удалить, а в другой раз, в другой день можно обратно друзья добавить. Потому что это социальная сеть. Но вот станут ли лучше от этого ваши отношения? Неизвестно. Скорее всего, они останутся такими же. И потому вопрос относительно того, стоит продолжать вам отношения с мужчиной или нет, нужно решать в плоскости реальной. Нужно решать в реалистичной плоскости, то есть в плоскости непосредственного живого общения. До тех пор, пока вы делать этого не будете, ну, к сожалению, можно говорить о том, что будет такое подвешенное состояние. То есть сместить акцент социальных сетей на реальную жизнь. И если вы хотите проявить что-то с молодым человеком, постарайтесь с ним встретиться и с глаза на глаз поговорить. Если вам не хочется с ним встречаться, и вы хотите показать, что вам все равно, не предпринимайте никаких действий вообще. То есть, в принципе, даже не удаляйте моих друзей. Потому что это покажет ему, что вы все-таки что-то чувствуете. И все. На этом, я думаю, можно закончить ответ на ваш вопрос. Надеюсь, что он был полезным вам. Надеюсь, что вы что-то интересное для себя из него извлечете. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу вам.
Если понравился мой ответ, буду благодарен. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.